Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. Так, буст у нас скоро начнется, это буквально через 3 часа, наверное, да? Сейчас посмотрим по времени. Ну да, через 2.20. Так, ну а я хочу допройти, ребята, Черепашью Бурю. Ну что значит допройти? Вообще поиграть в нее. Так, Лига Мастеров, ранг 41. Нифига меня скинули! Обалдеть. Ладно, давай добьем бурю черепашью. Поехали. Так, так, так. Нам нужно получить все награды, которые здесь будут выдавать. А потом пойдем вперед, как говорится, на арену. Кто знает, вдруг все-таки получится перейти. Хотя я сомневаюсь очень сильно, что мы сможем попасть в 3 звездочки. Но мне бы очень сильно этого хотелось. Так, с этой волной разобрались. С этой, я думаю, тоже никаких проблем не будет у нас. Оба. Третье. Ну, понятно, здесь, ребята, у них 60 уровень, поэтому мы их тут раскурочиваем, будь здоров. Сам видишь. И, наконец, последнее. Вот они стоят, олушки. На-ка вам. Все. С первой, как говорится, заходочкой мы разобрались. Надо будет сейчас вторую пройти. Ну и последнюю, конечно. Так, 60 долларов в копилочку, как говорится, к нам упало. И вот, ребят, очередная битва. Так, ну тут уже 4 волны. А на последней, не забывай, будет уже 6 волн. Ну, поехали. Но маузеры наверняка здесь разберутся с полточка. Да. А-а-а, смотри-ка, Рафик-то выжил. Непорядок. Это большой, ребят, непорядок был. Так, здесь попробуем через луч. Так, все равно почему-то хоть один, но, ребят, выживает. Я только одного не понимаю, зачем сейчас использовал пулемет. Можешь мне объяснить, зачем я использовал сейчас пулемет? Ну, это понятно, что остается в живых, так как у него отложенная смертность. Точнее, дополнительная защита, можно даже так сказать. Ну что, сосунки, давай начнем с ракет. Там, по-моему, понижение. А, нет, у них вон что идет. Все, со второй волной тоже мы довольно неплохо разобрались. И двигаемся на последнюю, заключительную. Сейчас, кстати, заберем награды. А награды 75 жетонов. А, жетоны. Жетоны нам уже не нужны, ребята. Ладно, зато нам нужны бакинские. Поэтому ради баксов. Раньше ты помнишь, да? Мы любили это событие, потому что здесь фармились жетоны. Теперь будем фармить баксы. Ну что, поехали. Как говорится, маузеры к бою. Да что ж такое-то? А, ну тут уже 80 уровень, поэтому они еще хуже стали их разбирать. И 6 волн. Так. Здесь, наверное, сделаем вот так вот, через маузеров. Что-то не помогло особо сильно. Ну, давай сделаем тогда еще пулеметную дробь. И переходим на третью. На третьей у нас классические черепашки. Если мы, например, лучом бомбанем, поможет это? Очень паршивенько, ребят. Ладно, я думаю, что мы, наверное, с ними разберемся так, своими силами. Так, через ракеты. Ну, парочку-то урони, пожалуйста. О, Крэнк, красавчик, всех уронил. Так, это у нас уже идут оригиналы. Маргиналы. На-ка. Из России с любовью. Бэмс. И вот так еще. И последняя это у нас. Даже не последняя, а предпоследняя волна. Шипы. Ну давай сделаем шипы и фиг с ним. Угу. Хлоп. Готов. И готов.
Последняя волна, шестая, ребят. Ну вот она. Тут черепашки у нас космос. Ну давай, наверное, вот так вот. Бэмс в лицо. Ну, да что ж ты будешь делать-то? Непробиваемые какие-то просто. Ладно, Крент тогда сейчас лучом будет бомбить. Сразу минус двоечка, троечка и добивка. Все, ребят, событие пройдено. То есть все награды полностью мы с вами забираем. Это прекрасно. Это прекрасно. Так, ну что, у нас бесплатная колода, в которой нам ничего не выпадает, кроме $5. Так, здесь забрали. Пройдите серию испытаний. Ну, что ж, давай пробежимся по серии испытаний. Возьму, наверное, здесь Кренга, Кожеголового, Супер Шреддера, Усаги и... И пускай это будет, наверное, еще Зек. Зек, не знаю, правда, зачем я его взял. Но пускай будет. У него потому что все равно фулл хп. Так, поехали. На. Руби. Так, теперь бы нам бы Монтаса бы завалить. Так, замедлили. Да ладно, я думал, пробьем его. А, вот, все. Через двойную атаку мы его уничтожили. Вот этот прикол, конечно. На тебе, стрелозад. Переходим на вторую, последнюю волну. Бросаем сюда бомбочку. Кожеголова, ты будешь кубарем сегодня кататься или нет? Нет, у нас будет Усаги делать супер-вертушку. Тем самым всех почти завалил, кроме вот этого супостата. Ну что, прикольненько, прикольненько. Прошли мы это испытание. Забираем награду. Ну и пошел я теперь тогда на фарм. Так, что нам надо? Нам надо на Кунаичи искать. Нам нужно искать на нее 7 вот этих вот китайских фонарика. Но, как видишь, нифига не дают. Раз. Два. Так, три. Четыре. Пять. Ну, давай еще два. Шесть и последний, седьмой. Ну, господи, ну седьмой, говорю, дай, пожалуйста, мне фонарик, вот он. Вот он, ребятушки, фонарик. 10 тысяч мутагена нужно, чтобы прокачать. У меня, к сожалению, нету пока 10 тысяч мутагена, поэтому придется их зарабатывать. Зарабатывается только в одном случае, ребята. Конечно же, на нашей супер-пупер-арене, поэтому погнали. Опа, у нас еще даже кто-то, ребята, не откатился, прикинь. 2 часа еще на откатку. Вот так дела. Ну что же, я тогда предлагаю сделать, наверное, вот так. Да, еще некоторые бойцы у нас в откате, ребят, стоят. Что не есть гуд. Ну ладно, попробуем. Сколько сможем набрать, столько сможем, ребят. Ага. Так, нам нужно... Желательно бы побыстрее поставить в защиту Рафаэля. Все, надеюсь, это нам поможет. Минус слэш. Ну, что ты лезешь? Тебе тоже... А, нет, у него, ребят, броня стоит. Поэтому пока броня... О, вот это плохо. Защита дополнительная. Зря так, парень. Белочки, вперед! Или как-то бурундучки, наверное, скорее всего. Хана тебе, Ваня. Добьешь, Майки? Не добил. А Шреддер? Красавчик. Ладно, что могу сказать. Здесь у нас довольно неплохо получилось.
Ну что, сколько мы? Что-то маловато, 9 ступенек всего, да, пролетели, получается. Ладно, берем Бакстера. Раз, два. А Бакстер. Я даже не знаю. Ну хорошо, давай сделаем тогда вот так вот еще. Да ё-моё, ну... Ага, вот что он делает. Гадёныш, а? Теперь дебафы на них не повесить будет. Вот это плохо. Оу, неожиданно. Баксер, ты красавчик. Твои маузеры хорошо сработали. Так, 19 место, погнали. 17-23. Беру, короче, Леонардо. Так, Зэк, подожди. Хотя, да, Зэк, наверное, нам тут тоже понадобится. Потому что 72-73 уровень у наших противников. И Леонардо в одно лицо он не справился бы. Поэтому Зэк тут, как говорится, пойдет в помощь. Так, Лео, рви. Красавчик. Без компромиссов, ребят, наказывает всех. Ну что, 10 или какое-то место мы получаем? 11. Они издеваются над нами, да? Давай сделаем так. Макман плюс Донни. Вопрос в том, что тут маузеры. Они же как сейчас звезданут, мало не покажется, верно же? Они могут. Ну-ка. Вот я тебе о чем говорю. Даже могут. Вот подбили. Опасные типки, очень, ребят, опасные типки эти маузеры. За ними нужен глаз да глаз. Вот они взяли просто Змейка Вьюна. А он был, извини меня, 70 уровня. Его просто смели. Да. Трындец. Всего 5 ступенек пролетели. Всего 5 ступенек мы пролетели. Ну, куда это годится? Никуда. Так, Супер Шреддер и Рафаэль. Раз, два, три. Ну, здесь мы должны победить. Чё, хоть на улице творится? Чё-то, ребят, как-то пасмурно. Вчера жарище. Ну, правильно, как только рейчик на работе, так жарище. Как на выходном, так всякая дребудень на улице происходит. Ну, все. Тут вообще крутенько. Ну, бежим дальше тогда. Наконец-то мы перешли... Что? С шестой позиции на вторую? Вы еще... Ну это, ребят, уже называется западло. Просто самое настоящее. Да какого лешего-то вы делаете, блин? Какого, я спрашиваю, у вас лешего вы делаете? Я должен уже перейти, блин, в Лигу Мастеров 2 звезды. Вы офигели, что ли, блин? Последние десятые эти, они разменяли, блин, мне. Я и думал, что мы сейчас с тобой перейдем в Лигу Мастеров 2 звезды, а фиг. Видишь, что показали нам? Что? Перебьешься ты? Я не знаю, сейчас придется откаты, наверное, друзья, тратить. А как еще нам быть? Да, это, конечно, вообще борзота. Просто борзота. Просто, ребята, борза сейчас была с их стороны. Вот так вот сделать. Таким макаром у меня не хватит бойцов. Хотя, если через откаты. Ладно, посмотрим сейчас. Так все равно через откаты. Сколько их нужно потратить-то? Немало. Так, с этими тоже мы разобрались. Сейчас будем смотреть. Так, 92-я должна быть... Нет, они что-то вообще, ребята, жмут.
Они же очень серьезно жмут нас именно покупкам. Что происходит, блин? Сколько перепуга? Я там не проигрывал ничего. Неужели мы вот с тобой на последний день, как говорится, на последние часы даже до отката, у нас вот так вот все очень жестко идет? Как будто, знаешь, мы с тобой деремся с кем-то вот. Кто-то на другом конце стола тоже хочет, ребята, выиграть. И мы, знаешь, как будто бы вот он поединок играет, и я, и меня там по 2-3 ступеньки всего лишь перекидывает. Такое ощущение складывается. Ладно, идеальная победа, смотрим. Так, 75-е, уже теплее. Но до сих пор не дают почему-то нам 17-24, по максималке не хотят давать. Ну что, ребята, откаты, как говорится, пошли тратиться, но ничего не поделаешь. У нас, благо, их пока накоплено. Не так, конечно, много, как хотелось бы, но все-таки есть. Так что погнали. Ну, для начала луч смерти. И добиваем. А эти, главное, так ровненько упали все. Только один Бакстер Сток он почему-то выставил. Ну, какое? Так, 67-е место. Может быть, все-таки дадите мне 17-24. Во, есть. Так, кого я возьму? Я возьму, наверное, Маузеров и Кужеголового. Раз, два, три. Будем так делать. По два отката, если тратить, нам хватит на 20 поединков, друзья. 20 поединков — это, в принципе, смелый переход на следующий ранг. То есть Лига Мастеров может быть взята сегодня. Место, конечно, не топовое будет, не первое. Но зато будет достигнута наша цель, к которой мы, в принципе, идем. Ой, давай, поехали. Хочется уже полтинничек взять, как говорится, да? И стало бы еще теплее. Ага, 17-24, есть такое дело. Давай возьмем, например, Лео возьму и Армагона. Раз, два, три. Погнали. Так, валунчик для разминочки. Да ладно, ты только одного валуном, только одного снес. Армагош, ты что? Что творишь-то, а? Ты же машина для уничтожения врагов. И всего одного. Хм. Да вы офигели, 7 ступенек всего лишь, блин. Я думаю, сейчас на сороковку перейдем. Угу, перешли. Что за лютость-то такая? Армагон, короче, Маузеры. 38 откатов. Еще пока есть. Главное, ребята, чтобы у нас была вспомогаловка. Я имею в виду из простеньких, потому что если у нас будет вспомогаловка вся исчерпана, то нам придется, извини меня, по 6 откатов, по 5 откатов тратить. А это, как ты понимаешь, очень затратно. Поэтому пока есть возможность нам использовать вспомогаловку, у нас все будет тип-топ. Ну какое место дадите сейчас? 43-е. Так, ладно. О, нет. Не эту команду я хочу. Давай вот эту лучше возьмем. Армагон плюс Маузеры. Раз, два, три. Нам бы хотя бы до 3 звезд дойти и позицию где-то вот 60-ю было бы вообще идеально. Да, в принципе, и 70 нормально. Там за 2 часа, я думаю, вряд ли меня сбросят ниже плинтуса, да? Хотя, ты знаешь, я ничего не удивлюсь, если даже и скинут. Могут. Если они постараются, они могут нас скинуть. Так, 24-я позиция. Окей. Раз, два, три. 4, 5. Поехали.
веселится, когда бежит. У него руки сзади такие, знаешь, как... как сами по себе болтаются. Ну, прописываем. Так, опять только одного. На более высоких уровнях почему-то все падают, но... точнее, один только падает, все остальные выживают. Но... 26 место. Ну, допустим. Откатов и 3-4 штуки еще пока есть. Еще пока есть. Раз, два, три. Будем отсюда идти. Тут, в принципе, уже без разницы. Либо тех брать, либо этих. Все равно у нас два максимально прокачанных бойца. Тут уже без разницы. Но... так, ну тут хорошо, тут троечку зацепил Армагон. И этих добили. Все шикарно. Так, ну давай смотреть. Сейчас 20-ю, да, дадут? 16-ю, нифига, ребята. Но тут, конечно, круто. Я думал, 20-ка будет, а он мне 16-ю позицию дает. Неожиданно. Так, да, я беру Армагона и я возьму Супер Шреддера. Раз, два, три. Главное, чтобы хватило. Так, ну что, шипы. Угу. И валун. Все, изи. Тут по-другому не скажешь. Так, чешем. Чешем дальше. И у нас какая? 8-я. Я надеюсь, что... так, обновим. Я надеюсь, что сейчас, после вот этого поединка... да, что ты будешь... я не хочу, чтобы Майки у нас был. Раз, два... так, так, так. Хотелось бы, чтобы после этого поединка мы уже попали в Лигу Мастеров 3 звезды. Хотелось бы мне. А ну-ка, вжариваем. Вообще никто не упал. Ладно, сейчас Армагуша исправит все дело. Прекрасно. Кунаичи еще в таком спортивном костюмчике, да? Есть, друзья, мы перешли с вами на мастер 3 звезды. Теперь нам нужно только лишь укрепиться. Укрепить свои позиции, и все будет ништяк. То есть мы с вами получим все платиновые осколки в полном объеме, 75 штук. Это максимальное количество, которое ты можешь получить. И еще меня, ребята, вот удивляют вот такие вот вопросы. Уже, я не знаю, на протяжении... сколько мы играем? 4-5 лет. На протяжении всего, можно сказать, этого длительного времени люди спрашивают, как получить такого-то персонажа или какого-либо другого. Друзья, ну я же уже объяснял вам, что любой персонаж в этой игре, любой, можно получить либо за события, либо из паков можно выбить ДНК. Тот же самый, ну, например, Крэнк или кто-нибудь там еще из них, да? Эти персонажи очень редкие, поэтому они выбиваются только на событиях. Эти события очень, очень редко бывают. Там по редкости получается у нас Супер Шреддер и, по-моему, Крэнк. Маузеры у нас фармятся за жетоны. И на одном из событий, я насколько помню. Армагон также фармится на событии и на жетонах. Так вроде бы, да? Тут нет таких персонажей, что невозможно было бы получить. Они все зарабатываются. Да, очень долго придется. Ты не думаешь, что ты сразу, опа, зашел в игру и у тебя будут топовые персонажи. Нет, далеко нет. Я, ребята, очень долго играл. Я смотри, сколько времени мы играем. И только недавно, ребят, я открыл, например, последних из бойцов. У меня последний, кто появился из топовых, это Маузер, насколько я помню. Вот. Ну ты представь, сколько времени ушло на то, чтобы его
заработать. Не, можно было бы, конечно, раньше, если бы тратить на него жетоны, но... У меня были другие там приоритеты. Вот он в конце у нас появился, и очень я был доволен его мощам. Так, ну что, у нас 80 место, сейчас будет уже 71, и еще у нас, наверное, на один поединочек наберется группа. Тихо, подожди, давай это так, наверное, и вот так. На один поединок, да? Да, ребят, на один поединок у нас набирается команда, и, в принципе, все на этом. Будем ждать уже откат. Как ни странно, я сегодня очень рано встал, несмотря на то, что очень поздно лег. Даже сам удивлен. Но тут я тебе скажу честно, это, ребята, все из-за кашля. Забивается нос, носоглотка, и просто невозможно дышать. Мне пришлось встать, как говорится, и все это отхаркивать, блин. От этого начинает болеть горло. Короче, трындец, я не знаю, почему. Но заболеваешь, наверное, из-за того, что в квартире отключили отопление. И сразу же, если днем, например, жарко, да, то ночью и вечером в квартире всегда прохладно. А ты еще открываешь при этом форточку, чтобы проветрить и, может быть, просквозить. Так, ну что, ладно, там мы закончили. Давай, ребят, поднимать уровень. Даже не то, что уровень, мы сейчас поднимем с тобой. А вообще-то, да. Да, и уровень поднимем, кстати. Где у нас пиццелицы? Вот он. Мы ему поднимаем уровень, а нашей Куныичи мы прокачиваем до 5-й ступени. Прекрасно. Психическая перегрузка. И забираем здесь наши награды. Ну что, друзья мои, остается нам подождать 2 часа. Я надеюсь, что за эти 2 часа меня не сбросят с Лиги Мастеров 3 звезды. И мы тогда уже увидимся с вами на откате. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.